Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Nokia Xperia 10 Mark III. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить дату и время. Для этого мы открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз, выбираем пункт «Система», «Дата и время», отключаем дату и время сети, выбираем нужный год, нужный месяц, нужный день, ну и со временем точно так же. И нажимаем ОК, и время сразу же меняется. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!